мы объединили с окончанием спираль. Это достаточно традиционное сочетание, которое рекомендуется учебникам. Нужно сказать, что во время исполнения левого волчка, так же, как и во время исполнения правого волчка, плечи партнеров должны быть строго параллельны. Когда партнеры переходят в фигуру спираль, партнерша поворачивается спиральным поворотом влево. Стоит обратить внимание на позицию руки партнера, который направляет свои пальцы в сторону поворота партнерши. И ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз, спиральный поворот, два, три, ча-ча, раз. Рассмотрим позицию партнеров крупным планом. И ча-ча, раз, два, три, ча-ча, раз. В конце шоссе партнер меняет позицию кисти. Меняем. Пальцы партнера направляют партнершу в ее поворот влево. Локоть партнерши должен пойти вперед. Рука опускается.